Всем огромный привет! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. И как вы уже, наверное, поняли из названия видео, у нас здесь крайний день перед отъездом. И да, не все пошло так, как мы изначально планировали. Вообще в отпуск мы собираемся большой компанией. Нас едет 4 семьи. И собирались мы выезжать в воскресенье вечером. Ну, так спланировали по датам заезда в отель. Ну, рассчитали примерное время, где еще будем останавливаться, ночевать в дороге. Но вот здесь суббота, все вроде дома, все проснулись. В принципе, вещи у всех были собраны уже заранее, такие основные вещи. Так по мелочи оставалось. И в субботу все проснулись и решили, а чего мы ждем. Может быть, поедем в субботу, остановимся еще дополнительно. Можно в Воронеже вот по пути остановиться. В общем, едем мы в Крым. И так все с друг другом пообщались, как бы переговорили. И, в общем, в целом все были согласны. Ну, потому что чего ждать уже, тут один денек оставался, а так, по крайней мере, у нас будет дополнительная ночевка, да, время в пути удлинится, но все-таки в плане дороги это как-то проще, потому что ехать нам достаточно далеко, до Крыма у нас 2100 километров, и это ехать на машине с тремя детьми, так что мы решили, подумали, ну и что, пусть будет дольше, как бы не длиннее, ну да, именно дольше по времени, но зато то мы не так устанем. И поэтому этот день у меня такой сумбурный был. Нужно было доделать много дел дома, еще дособирать с собой вещи, которые мы берем, подготовить и собрать кое-что из еды и детям разные развлечения в дорогу. Ну и, конечно, хотелось мне прибраться перед отъездом, потому что не хочется оставлять дом, знаете, в таком состоянии. Тут последние дни, и так у нас все бегом-бегом, и потом хочется приехать, ну, в чистый дом, чтобы было приятно, конечно, возвращаться, хотя я свой дом люблю в любом состоянии, буду рада туда приехать, но все равно вернуться хочется в чистый дом, и я здесь меняю постельное белье у всех. Я думала, что буду делать это на следующий день и успею его еще и постирать в течение дня, но все-таки не получилось, поэтому ладно, хотя бы просто поменяла, уж потом приедем, будут горы стирок, что делать, все перестираем, ничего страшного в этом нет. Так что сейчас такая мотивационная часть видео с уборкой. Прибираюсь в нашей спальне, потом перейду и в детские комнаты. У Ярика, правда, не буду снимать, потому что попросила его, чтобы он мне помог. Мы недавно у него прибирались. В общем, постельно он поменял самостоятельно и пыль вытер тоже. Так что я там только моющим пылесосом пройдусь. А остальным я здесь, ну, будут мелькать. У меня все буду выдавать задания. Они тоже там будут участвовать, как бы, в наших сборах. Ну, в общем, не все мне одной делать, но, конечно, снимаю я только себя. Они там и в других комнатах, и на кухне тоже чем-то занимаются. И пока буду сегодня прибираться, хотела ответить на такой вопрос. Прикреплю скрин. Очень интересный, мне кажется, вопрос. В целом могу как бы его так коротко озвучить в том плане, что должна ли женщина работать, да? Или все-таки она хранительница домашнего очага, должна сидеть дома с детьми, воспитывать их, а муж должен содержать семью. Ну, по-моему, очень интересно, можно порассуждать, так что давайте расскажу свое мнение на этот счет. Вообще, сразу скажу, что, мне кажется, здесь нет какого-то правильного ответа, так должно быть или не так. Мы все разные, мы все индивидуальные, и в целом, как личности, и семьи тоже у всех разные, и поэтому тут не будет какого-то идеального варианта, подходящего для всех, потому что нужно, мне кажется, в данном случае обязательно прислушиваться к себе и к своим ощущениям. Я знаю семьи и такие, где, например, женщина, да, не работает, она сидит дома, причем там дети уже, например, выросли, или, может, это вовсе один ребенок, и, да, семью обеспечивает муж, но, как бы, знаете, вот если всех устраивает, мне кажется, вот это вот самое главное. Если женщина в ресурсе, да, сидя дома, если ей не осточертели эти четыре стены и готовка, да, то это одно дело. Тогда она будет довольна, довольна собой, своей
жизнью, тогда да, у детей будет счастливая мама, у мужа будет любящая жена, и все будут счастливы, мне кажется, в данной ситуации. Но бывают такие моменты, когда, например, даже не моменты, а, наверное, это больше от характера зависит, или, ну, не знаю, от чего, от обстоятельств каких-то, когда женщина, сидя дома, ну, она просто угасает, и я знаю, что многим даже наплевать, знаете, вот тут тоже про зарплату, про какое-то финансовое состояние, что мамы просто бегут на работу, вот действительно бегут. И вы знаете, в этом тоже я абсолютно не вижу ничего плохого, потому что мамы там даже за копейки работают, но они чувствуют свою надобность, свою необходимость, они общаются с другими людьми, у них как-то крылья иногда прям появляются, когда они из декрета выходят на работу. И это тоже хорошо, это тоже имеет место быть. Потому что если мама довольна на работе, да, ей достаточно всего в своей жизни, все устраивает, то опять-таки все будет хорошо. Опять и на детей найдется возможность и время. Поэтому, знаете, говорить о том, что вот если мама работает, например, там на пятидневке, по 8 часов, то внимания там и мужу, и детям будет недостаточно, мне кажется, неверно. Если есть желание, время можно найти всегда. Плюс еще многие мамы определенно, они не педагоги. Вот я, честно, например, не люблю и вообще не горю желанием, да, чему-то учить своих детей. Одно дело — это маленькие дети, когда они учатся там ходить на горшок, есть ложкой, каким-то минимальным бытовым таким навыкам обучаются. Это вот правда, это одно. Но другое дело, когда ребенок уже начинает взрослеть, все вот это обучение, подготовка к школе, потом сама школа. Это далеко не каждому дано. Родители, они не педагоги. И здесь должен быть либо какой-то, наверное, не знаю, талант или врожденный, да, или приобретенный, или по специальности мама может быть педагогом и знать, как нужно. Но дети не всегда, даже родители педагогов, да, правильных педагогов, они слушают именно как преподаватели. Потому что родитель, он есть родитель, а педагог, он есть педагог. И в разном возрасте их авторитеты меняются в глазах ребенка, и это абсолютно нормально и для детей, и для их развития. Я уж не говорю здесь про домашнее обучение. Для этого вообще, мне кажется, какой-то дар свыше действительно должен быть, чтобы не психовать, как-то уметь донести до ребенка. Это вообще далеко не всем дано. Плюс еще ко всему, сейчас мама, даже сидя дома, она, в принципе, может зарабатывать, потому что онлайн-профессии, все вот это вот в интернете достаточно очень сейчас развито очень сильно, и нет такого, что вот мама сидит дома, да, полностью на шее, да, там у мужа, у отца детей, он целиком и полностью обеспечивает. Нет, как бы если и так, то тоже хорошо, но при желании, в принципе, и мама всегда может найти себе дополнительный заработок, дополнительный доход, и сидя дома. Так что, мне кажется, вот идеальный вариант – это чтобы всех все устраивало. Вот тогда будет гармония и внутри себя, и во взаимоотношениях с мужем, и в воспитании детей. Главное, чтобы все были довольны в такой ситуации и собой, и друг другом. Ну а уборка моя на этом подходит к концу, на втором этаже здесь. Потом я еще вниз буду спускаться, там готовить еду. И на кухне вечером попозже приберусь перед отъездом, тоже покажу. Ну а на вопрос я надеюсь, что ответила. Большое спасибо, что задаете вопросы. Обязательно пишите, кого что интересует, спрашивайте. Я всегда стараюсь отвечать. Иногда могу пропустить, но тогда не стесняйтесь. Пишите снова. Ну всякое бывает, иногда YouTube не присылает уведомления. И, по-моему, как бы я могу что-то иногда пропустить. Так что обязательно спрашивайте, пишите, не стесняйтесь. А сейчас хочу показать, какой заказ ко мне приехал. Недавно наткнулась на страничку в одной социальной сети с детской деревянной мебелью. Все изделия у них такие интересные, все для развития деток, для
быта удобного и самостоятельного. Но мой выбор сразу же пал на одно чудо. Это называется башня помощника. Я, конечно, не задумываясь, перешла сразу к заказу. Очень понравились менеджеры, вежливые, быстро отвечают на вопросы, на любые запросы. Посчитали, нашли мне наиболее выгодную такую и быструю доставку, потому что я торопилась, чтобы успеть забрать заказ перед отъездом нашим. Ну, в общем, получили мы такую вот коробочку. Внутри есть инструкция, ключи и вообще вот все приспособления для сборки. Очень порадовало меня качество изделия, такая гладкая поверхность, занозы нигде не торчат, все ровненько, гладенько, хорошо отшлифовано, покрыто лаком на водной основе. Это абсолютно безопасно для детей. Очень удобна такая башня помощника для ребенка. Таким образом развивается его самостоятельность. Есть съемная перекладина сзади для безопасности малыша. То есть совушка вот забирается сам, и я ее вставляю, чтобы было безопасно, и он никуда оттуда не делся. Он может активно принимать участие в бытовой жизни семьи. Можно и к кухонному гарнитуру придвинуть. Ребенок сможет помогать готовить, возиться в раковине. Также удобно и в ванной использовать, потому что малыш сможет сам и зубки почистить, и ручки помыть. Но и при других обстоятельствах она может использоваться. Например, ребенок сможет самостоятельно достать какую-нибудь игрушку с полки или понравившуюся ему книжку. Ну и легким движением башня такая трансформируется в стол-стул и закрепляется, и можно ее уже совсем по другому назначению использовать. Тоже сидеть очень удобно, скамеечка, так все продумано по размерам, по росту детей. И для игры, и для развития, для игр каких-то очень подойдет. Так что у кого растут малыши и кто стремится к их самостоятельности, обязательно загляните в этот магазинчик. Я оставлю ссылку в описании. У них, правда, очень много разных интересных штук для детей, для развития их самостоятельности. И я не могла не попросить скидку для своих подписчиков. И магазин любезно предоставил мне ее в размере 10% по промокоду Татьяна. Так что обязательно заглядывайте, всю информацию оставлю в описании под видео, там есть что выбрать для ваших малышей. Так, давайте покажу, что детям беру в дорогу, именно в плане развлечения и игр. Да, кажется, что так много, но на самом деле все достаточно миниатюрное, причем здесь на них, на всех, на троих, и я думаю, что я буду выдавать им порционно, конечно же, и не все мы даже, как бы, не все они посмотрят, только по дороге туда оставлю что-то новенькое, чтобы было и на обратную дорогу. Так, во-первых, беру много... Кстати, вот купила такую фикс-прайс, веревочка. В нашем детстве было, мне так нравилось. Ну так, посидеть руки занять, мне кажется, интересно. 59 рублей вроде такая стоит. Вот, беру много разных книжек с наклейками для всех возрастов. Кому-то, конечно, попроще. Вот такие вот у меня очень они любят «Собери чудиком». На Симоленде заказывала вот такие, очень они недорогие. Ну, тут в основном все от Симоленда, вот буква «Ленд». Так, кружочки, вот попроще совушки. Вот такие вот купила в фикс прайсе, вот недавно была. Вот эту и еще там подобное есть. Такие они уже посложнее. Вот Макару взяла вот такой первый уровень сложности, а Ярику вообще второй. Тут прям много деталек. Но я думаю, посидят, позанимаются, когда не спать. Они достаточно миниатюрного размера, плоские, места много не занимают, но могут надолго увлечь детей. Так, еще из рисования вот такого, мои очень любят вот такие вот гравюры, когда нужно вот такой палочкой, как зубочисткой, сидеть там что-то вырисовывать. У Макара прям целый блокнот есть, ему очень нравится. В общем, взяла вот такие вот эти совсем маленькие, а вот этот наборчик чуть побольше. Так, дальше именно в плане игр и развлечений много не беру, тут... Вот это у нас все было. Вот такая вот игра у Ярика, тоже миниатюрная, на логику. Но так заняться, посидеть, подумать очень полезно.
Вот такой планшет новый, дети его еще не видели, магнитный, он тоже достаточно маленький, они есть вообще и большего размера, но я решила, что в дорогу в самый раз. Так, мне кажется, и Макару, и даже Ярику, наверное, будет интересно еще. Вот, у Ярика была такая вот магнитная игра, виселица, ну, тоже, мне кажется, может быть, поиграет. Ну, в принципе, они все небольшие, как бы, я думаю, ничего страшного. Совочки беру вот такую рисовалку. Не показывала еще, но посмотрим, надеюсь, понравится. И вот такой в фикс-прайсе покупала, ну, как он, такой столик, там кармашки для карандашей, но карандаши мы не будем туда складывать, а вот в плане, чтобы облокотиться, эти же наклейки, например, на нем поклеить, то, я думаю, должно быть удобно. Так. Еще три маленьких игры. Это с Сималэнда. Фирма это Lasse Ingres. Очень классные. Они вообще до 100 рублей стоят. Размер маленький, компактные. И они очень полезные. Они типа бонди-бон, игры в дорогу. То есть там нужно тоже думать, а не на логику, выстраивать ходы, просчитывать. Вот такие вот разные. Ну, вообще, не знаю. Мне кажется, актуально будет старшим, так обоим точно. Совушки. Беру несколько вот таких вот книжек. Надеюсь, Ярик с ним позанимается. Ну, как бы тут все просто. Он и картинки показывает, и почитает, Сава будет повторять. Ну, мы уже с такими ездили вот в Рыбинск. Хорошо они... Ярик хорошо читает, рассказывает, а Сава хорошо повторяет. Ему нравится. Там был целый наборчик. Это Сималэнда. Не помню, 5 или даже 10 таких штук. Ну, или 7. Вот, очень миниатюрные, но красивые. И стоит весь набор, по-моему, порядка 150 рублей стоил. Так, обязательно беру детям что-то пожамкать, такое тактильное. Моим нравится такой воздушный пластилин, причем всем троим очень нравится. Наплевать, если куда-то упадет, он потом засыхает, просто пропылесосим и выбросим то, что там засохнет. Вот. Но зато нужно иногда снять напряжение, которое бывает в дороге, так что вот такой беру. Ну, каждому тут по пакетику выдашь и получится там... На 2 раза туда и на 2 раза, собственно, обратно. И такой маленький наборчик взяла, тоже тесто для лепки. Хорошие были отзывы. Это на Сималэнде я заказывала. Так, и беру вот такие вот совсем миниатюрные коробочки с конструктором. Буду выдавать по одной. Старшие будут собирать, уже хорошо увлечены. А потом игрушечкой, собственно, можно и поиграть, конечно же. Ну, в общем, тоже уберу несколько штук на одну дорогу и несколько на... Ну, несколько в одну сторону и несколько в обратную. Конечно, накачаю сейчас мультиков немножко, но думаю, что это будет уже такая крайняя ситуация. В принципе, надеюсь, что дети будут по большей части спать. Ну и... Что-то перекусывать, это тоже их отвлекает. И вот такие вот развлекухи. Думаю, все будет хорошо. Ну, а здесь я уже переместилась на кухню, и нужно было мне подготовить кое-что из еды с собой в дорогу. И здесь я достала такой наш, как это называется, мультипекарь, фирма тоже Redmond. Если честно, давно он у нас есть, там есть разные насадки, вот это вот как сэндвичница называется. У нас есть еще для вафель, которые плоские такие, хрустящие, и есть для бургеров, для круглых котлеток. Ну, слушайте, честно, не очень люблю этот прибор. Вообще вспомнила про него и думаю, может быть, все-таки стоит избавиться, чтобы не лежал, место не занимал, потому что очень-очень редко им пользуюсь. Не могу сказать, что он функциональный. Ну, вот здесь вот достала, делаю такие, как... треугольнички. У меня здесь лаваш и подготовила много начинки. Там ветчина и сыр, потому что у меня еще блинов много и буду тоже их начинять начинкой. И в том числе и вот такой вот из ветчины и сыра. Но вот такие вот треугольнички делаю из лаваша. Они будут нам в машину. Едем мы 4 семьями. И, знаете, на одни перекусы, там на завтраки мы будем останавливаться и как бы все вместе кушать. А на некоторые не будем. Ну, то есть в течение там дороги все равно что-то захочется и самим, и детям. Ну, так что прямо в машине иногда что-то будем перекусывать. Вот. И здесь я уже начиняю блины. Знаете, день был очень суматошный, прям многое было некогда снимать, так что напекла, ну так, не знаю, сколько тут штук, прилично.
и делаю с двумя начинками. Как раз вот осталась начинка с ветчиной и сыром. И во второй мисочке в белой там у меня просто вареное яйцо, немножко подсолила. И тоже буду начинять яйцом блины. Блины вот я как раз делаю на всех, на наш первый завтрак. Мы едем с дорожными холодильниками. И поэтому все положу в контейнеры. И у нас холодильник в машине будет, ну, не наш, нам друзья дали, но, в принципе, ничего в этом страшного не вижу. Так разово съездить, как бы, не страшно, не сломаем. И у брата у меня тоже у них холодильник, так что есть куда положить. Берем еще детям там йогурты, овощи, все это уберем в холодильник. И давайте покажу, что у меня в итоге получается мы берем с собой. Так, берем, во-первых, пластиковые чашки, еще нальем термос с кофе, один, а второй с чаем. Там тоже есть чашечки, крышечки. Берем соль, такую солонку. Так, здесь блинчики у меня, вот это вот с начинкой, а эти остались, завернула в фольгу, в пакетик, просто так, без начинки. Так, ну, блинчики это у меня получается на всех, не знаю, на который завтрак придется, а остальное уже так вот именно на нас я беру. Такие вот конвертики получились, надо тоже сейчас упаковать, так-то очень удобно. К ним порезала в контейнер огурчики и перчики. Помидоры не стала резать, потому что все-таки воду дадут, так оставила в пакете. Домашние, так что съедим, ничего страшного. И беру огурцы, потому что много тут мне привезли и мама, и свекровь. И хорошенькие, они сейчас прям сочные, небольшие, так что берем с собой, все равно будем останавливаться и ужинать, и обедать, и сделаем салат, обязательно пригодится. Так, воду берем, еще будет 5-литровка, но я себе не такую взяла. Совушки беру вот такой вот Шишкин лес, у нее очень классная крышка. Она прям не просто вот такая вот, как соска. Ее пока вот не начнешь сосать, вот всасывать себя, она не льется. Как-то давно распробовали вот именно вот такой бутылки. То есть для малышей вообще хорошо. У парней, у старших свои бутылки с водой, так что у всех, в общем, жидкость своя будет. Так, тут немножко фруктиков, что тут у нас, какие-то мини-персики мама тут вчера принесла. Берем тюбики, я взяла просто все, которые были дома, потому что, ну, Сава ест, понятно. Ярик со своими брекетами ходил, страдал, говорит, я не знаю, что мне можно, потому что нужно каждый раз чистить зубы. Он, конечно, все берет, и всякие эти пенки, и ирригатор, все на свете, но говорит, о, точно, мама мне говорит, тюбики-то тоже хорошо. Я, говорит, его съел, водой запил, все прополоскалось, все отлично, ничего нигде не застревает. Так что с его тоже расчетом, на него рассчитываем, в общем, тоже с этим расчетом, блин, взяла все, масло масляное получилось. Так, а тут дальше уже всякая такая вреднятинка, мелочевочка. Детям беру Барни, ну так, и вот пакетик положила, тут тоже всякие вкусняшечки. У меня тут пастила яблочная, вот такие вот, ну, такие вот мини-леденчики и мармеладные такие конфетки. Эко, я люблю их, и дети у меня тоже их хорошо едят. Ну и несколько чупа-чупсов. Ну, знаете, так этот, надеюсь, что рот иногда будет занят и будет спокойнее нам ехать взрослым. Ну, а такое тут чисто погрызть, небольшие упаковочки, кокосовые чипсы, банановые чипсы, вяленые бананы. Ну, это нам больше, наверное, к кофейку. А детям вот такие вот фикс прайс взяла печенье, Ярик их что-то вот, ну, не знаю, кстати, еще, как он их сейчас будет есть, раньше они ему нравились. Так, небольшие упаковочки соломкой, ну и пакетик небольшой с мармеладными мишками. Вот так вот получается. Ну, то есть нужно еще все мне доупаковать, налить термосы и все. Поставим что в холодильник, а такое вот, что не портящееся, да, термосы, бутылки, вот в эту сумку. У меня мама ее брала, они на дачу все ездят, а тут принесла мне. Ну, удобно, да, с собой такое вот в дорогу, ничего в ней не падает, ни как в пакетах. Ну, в общем-то, вот так вот все.
И здесь у меня уже такая вечерняя уборка, знаете, очень так подустали за этот день и взрослые, и дети, потому что их тоже я не оставляла в покое, все давала какие-то задания, что-то сделать. Ну, все-таки, я говорю, едем все вместе, готовимся все вместе, так что давайте помогайте. Все-таки уже большие, ну, тут где-то и с Савой сидели, и где-то по дому что-то помогали. Я здесь достала термос, и муж у меня сейчас ушел, спит перед отъездом, все-таки ему всю ночь ехать за рулем, и нужно немножечко поспать. Но термосы он сам наберет, когда проснется. Берем два. В один термос кофе нальем из кофемашины, а во второй сразу же заварим чай. И еще у нас есть у Ярика такая термокружка, ему покупали в школу. Ну, очень удобно. Возьмем с собой, тоже прямо в салоне будет стоять. Кофе достаточно долго не остывает в ней. Вот, ночью муж будет пить, тоже, чтобы так не уснуть. Ну, конечно, не уснуть, но так все-таки немножечко бодрит. И все складываю, все продукты и в холодильник, и в сумку. И быстро такой порядок на кухне сейчас наведу. Детей выгнала уже на улицу здесь, чтобы не мешали. Ушли все втроем. С Савушкой Ярик за ним присматривает, они гуляют, потому что когда дома сидели, все равно визги, крики, бегают, играют, а мужу нужно было поспать. И я тихонечко тут прибиралась на кухне. И выезжать мы планируем в ночь, так что сейчас уже стемнеет тут. И пока я все собираю, все сумки тоже уже готовы. Даже то, что сегодня там нужно было собрать, то, чем пользуемся, например, на регулярной основе. То я пока убиралась, показывала, у меня там и обувь сохла, и некоторые там ванные принадлежности в косметичку сложила. Так что все уже запаковано, все стоит готовое, ждет. Так что мы поели, поужинали. Здесь навожу уже окончательно порядок, все поставлю, а сама уже пойду мыться и одеваться. И будем уже потихоньку грузить все в машину и совсем скоро поедем. Кто-то, наверное, скажет тоже, что столько сборов, я бы уже устала. Но действительно, правда, просто последние дни перед отпуском, они всегда проходят в суматохе. Вот что на работе было раньше перед отпуском, нужно всем все успеть, все сделать. Как-то режим такой включается, не знаю, молниеносной работы. Все нужно быстро, все правильно и вовремя сделать. Так и дома. Дома дел не меньше, особенно когда ответственность не только за себя, но и за всю семью, за троих детей. Тоже нужно все учесть, все вспомнить, ничего не забыть и все с собой взять. Вот, видео мое на этом подходит к концу. Большое спасибо, что досмотрели. И дальше уже влоги будут из поездки нашей. Сначала про дорогу, как мы доехали, потому что дорога предстоит нам не близкая, так скажем. Тем более, как у нас тут все пошло не по плану, с двумя ночевками. Так что впечатлений много. Все обязательно покажу. Ну и потом уже покажу с самого отпуска. Ну и буду с вами прощаться. Спасибо, что досмотрели. Увидимся совсем скоро. Всем до встречи и пока-пока!